שלום עליכם, שיהיה דברי תורה למשמעת כל המצלמים יכול לומר מרדכי בן תמר להשכת המס... שום פשעס פשעס, אוקיי, סתם פשעו, שלום לכם, כדוסקלל, דברי תורה שיהיה לי למשמעת הרב מרדכי בן תמר וגם ברוך בן אביגייל להשכת המס, רופאת המס, רופאה שמה חיה, רחל בת יפחה, אסתר בת תמר, רבקה בת שרה וגם הרב קליינמן בן חנה. Итак, сегодня 7 Адара, день рождения, день смерти Моше Рабейну, день рождения был Мордехая Рахматкуна. Сегодня мицва зажечь свечу лихвод или лисхуд Моше Рабейну. Днем, до шабата, еще сегодня можно. И желательно прочитать с 90 по 100 тегелим. Там получается 10 или 11, 90 до 100 включительно, и 90 и 100. И также, кто может прочитать в книге Дворим Безота Браха и Гаазину. Это вся книга Дворим сказал ее Моше Рабейну. Но две последние главы, там он наставляет еврейский народ и благословляет еврейский народ. И потом человек, у которого есть какие просьбы ко Всевышнему попросить, чтобы в заслугу Моше Рабейну, чтобы Моше Рабейну молился за нас перед Всевышним и убрал все нехорошие гзерот, особенно этот вирус, как он сделал во время того, как он был руководителем еврейского народа в пустыне. Сегодня Безрат Ашем Минха Патахилянови в 4.45, после этого Минха и Каббалат Шаббат. На следующей неделе у нас будет Таанит Эстер в четверг, вечером Криат Мегила. Минха будет в 5 часов Потах, 5.15 Минха. После этого Арвит в 6 часов, и после этого в 6.10, 6.15 будет Мегилат Эстер. Второй раз будет Мегилат Эстер в 9, и утром в пятницу у нас будет Шахарит в 6 часов, и Мегилат Эстер мы будем примерно читать в 7 часов. Один раз будет в пятницу Мегилат Эстер, потому что день короткий, все мицвот связанные с Пуримом нужно постараться сделать до полудня, трапеза, Мишлуах Манод, Матанот Лев Юним, Криат Мегила и так далее. Дальше потом поговорим. Давайте. Это вопросы личные после урока. Сегодня Алахот Шаббат. Мы проходим с вами Алахот Криата Тора. Мы сказали, человек, который выходит к Сефер Торе, откуда он должен выходить? Где бы он ни сидел, он выходит к Сефер Торе с ближней дороги. Как можно ближе? Когда уходит, уходит по дальней дороге. Поэтому тот, кто сидит слева, подходит к Сефер Торе слева, уходит справа и наоборот. А если наоборот, неправильно. Почему? Потому что он должен показать, что он бежит исполнить мицву Торы, хочет побыстрее Тору прочитать, и потом ему тяжело оттуда уходить. Но если два пути одинаковые, расстояние одинаковое, тогда он подходит справа и уходит слева. Человек, который читает, и тот, кто стоит около Сефер Торы, должны стоять прямо. Человек не имеет права облокачиваться на тева во время чтения Сефер Тора. Поэтому желательно даже руки свои не ставить. Если можно держать пусть Сефер Тора, потому что обычно человек не замечает, что он облокотился. Только если он пожилой или он очень полный, тяжело ему стоять, и обычно он не стоит, тогда, может быть, ему можно будет облокотиться. Это очень важное правило, потому что очень много человек выходит и облокачивается, и вот так смотрит на Сефер Тору. Человек должен стоять как солдат. Дальше. Человек не имеет права трогать Сефер Тору своими руками. Когда он читает, он хочет дотронуться до букв, или даже когда он перекручивает Сефер Тору сам, не имеет права дотронуться руками, руки становятся нечистыми. Дальше. Человек, который благословляет на Сефер Тору, перед тем, как благословить, должен увидеть, где ему начнут читать. И тот, кто читает, и тот, кто благословляет. Община должна внимательно слушать благословение на Сефер Тору и отвечать «Амен» только после того, как он закончит говорить благословение. В шаббат у нас 100 благословений не достает. По некоторым мнениям, человек, который отвечает на эти благословения, «Барху Барху Шимо, Амен», добавляет себе благословение. У нас 15-16 человек читает 2 благословения на Тору, или может даже 4. Получается уже 30 с лишним благословений, а второй 5-6-7 благословений там. Поэтому человек должен быть очень внимательно отвечать на эти благословения. Дальше. Тот, кто читает, не имеет права начинать читать, пока все не закончили отвечать «Амин». Пока не закончили отвечать «Амин». Человек, который вышел читать Сефер Тору, для нас и общины это немного тяжелый закон, но Аллаха говорит, он должен постараться читать вместе с Шалиах Цибур. Но не так, чтобы ему мешать. Следить или читать? Читать вместе с ним, произносить шепотом.
если он не произносит, возможно, его благословение браха леватала, возможно. Поэтому человек должен постараться учиться читать на иврите. Дальше. Сколько человек читает на Сефер Тору? 7 человек. 7 говорит Машлим. После него выходит следующий. Мафтир читает 3 или несколько, или 4 иногда псуким, которыми завершили чтение Сефер Торы. Человек, который вышел 3, 4, 5 к чтению Сефер Торы, потом имеет право снова прочитать Мафтир. Все это при условии, что он читает по одной Сефер Торе. То есть человек имеет право прочитать 2 алии в одной и той же Сефер Торе за один раз. Но 2 разные Сефер Торы не имеет права. Почему? Чтобы люди не подумали, значит, первая была пасуль, не дай Бог, поэтому он читает в этой, поэтому на одной Сефер Торе он прочитал 3, ему подарили Мафтир, и имеет право прочитать тоже Мафтир. Но если было 2 книги, как у нас, на этой неделе Парашат Захор, каждый еврей обязан прийти в синагогу и слушать Парашат Захор, и мужчина, и женщина, мицва безрат Ашем по Торе, поэтому 2 Сефер Торе, один человек не имеет права читать в двух Сефрей Тора, благословение. Баруха Адонай Леолам, амен ле амен.